Всем добрый день, мартовское утро, да? В люте, как обычно, с вами я, Александр Демидович. 19 марта 2018 года, снежное 19 марта. Ну, в основном возле своих магазинов убирают, но не все. Ну, сейчас не об этом, а в люте. В банке доллар принимает 26.30, продают 26.60. Евро принимает 32.30, продают 32.80. На тротуаре Полтавы доллар покупает 26.50, продают 26.60. И евро покупает 32.50, продают 32.80. Злотого нету, но курс есть нашим друзьям по просьбам. 7.60 прием, 8 продажа. Всем хорошего настроения.